Здравствуйте! В этот раз в мои руки попал чайник Epios Calibri. Это компактный электрический чайник, предназначенный для приготовления кофе в пуровере, делая процесс простым и безопасным. Epios также отлично подойдет для множества видов чая, особенно для капризных к температуре заваривания. База чайника сделана в форме диска из прочной пластмассы. Покрытие имеет матовую и слегка шершавую на ощупь поверхность, из-за чего при разном освещении цвет кажется серым, нежели черным. Все кнопки сенсорные и имеют подсветку внутри выгравированных значков. В центре находится шайба медного цвета, отвечающая за регулировку температуры. Внутрь шайбы встроен дисплей, который показывает активные функции, а также текущую и желаемую температуру. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали и покрыт толстым слоем матовой краски. Тактильные ощущения такие же, как от подставки. Из-за этого, на первый взгляд, чайник может показаться пластиковым. Черный цвет чайника иногда предстает в медных или серых тонах. Все элементы чайника сделаны максимально гуманными к пользователю. Пластиковая прорезиненная ручка плавно перетекает в корпус чайника, защищая тем самым от случайного прикосновения к горячему корпусу. Отверстие для вывода пара расположено в крышке чайника таким образом, чтобы снимать крышку можно было без риска обжечь кожу. Носик чайника выполнен в форме гусиной шеи для точечного и плавного пролива. Внутри чайник сделан также полностью из нержавеющей стали. Метка максимального объема отчетливо видна с любого ракурса. Чайник имеет следующие общие характеристики. Диапазон температуры от 39 до 100 градусов, максимальный объем 900 мл, мощность чайника 1200 Вт, сухой вес 600 граммов, длина кабеля 1 метр, евровилка. Также Calibri обеспечен функцией переключения единиц измерения на Цельсии или Фаренгейты, функцией поддержания установленной температуры, функцией отключения всех звуковых уведомлений и таймером перехода в спящий режим. Подобные чайники в электрическом формате большая редкость, но это не умаляет функциональности и удобства чайника от данного бренда. Стоимость чайника на текущий момент 10 590 рублей, что не является пиковой для категории, но оставляет надежду на скидки. На этом я остановлюсь, а вам рекомендую познакомиться с чайником поближе. На странице товара вы сможете найти интересную историю о кофе и о том, как она вдохновила производителя Epios. Спасибо за просмотр, всего доброго и до встречи!